Кто-то из вас написал, что вот плохо работает желудочно-кишечный тракт. Вот я сейчас иду, заканчивается четвертый круг, это примерно заканчивается четвертый километр моего прохода. Что вот я отметил? В первую очередь нужны в организме вибрации. То есть наш организм был создан с учетом того, что он живет в этой среде, и в определенных условиях движения. То есть это наилучшая ходьба. В результате чего идут такие вот движения у нас и в позвоночном столбе. И, естественно, весь наш желудочно-кишечный тракт, то есть вот этот брюшной отдел, он как бы постоянно легонько взбалтывается. То есть вот это как раз и нужно для того, чтобы не только пищеварение было хорошим, но была хорошая перистальтика. Перистальтика, потому что она раздражает, да? Продвижение пищи туда вниз под действием силы тяжести. А, то есть мы думаем, что оно само по себе будет работать. А оказывается, нет. Только с учетом вот этих естественных факторов. Возможно, нормальная перистальтика и работа организма на упражнение. Вот как-то особо не говорят про космонавтов. Как там, в невесомости? В невесомости-то нет цитосина. Как там у них желудочно-кишечный тракт работает? Насколько я знаю, для того, чтобы вообще дать нагрузку на организм, и в том числе на вот эти вот вещи, у них там беговая дорожка, они там ежедневно по ней ходят. Вот такие вот дела. Поэтому, чтобы не было запоров, в первую очередь, ходите. Кстати, во время ходьбы возникают совсем другие мысли. Какие-то заботы отпадают. Вот, и все это дело нормализуется. Поэтому ходьба король физических упражнений, оздоровительных упражнений.